Так, будем снимать панель, чтобы добраться до нашей трубки стеклоомывающей жидкости. У нас стоят такие пистоны. Чтобы снять их, я воспользовался обычным скребком для льда. Вот обычным поддеванием под панель эти пистоны повыходили. У нас здесь раз, два, три, четыре, пять пистонов. Достаем панель. Что видим дальше? Нам нужен доступ сюда. Снимаем эту защитную ленту и достаем вот этот пучок связки и проводов, и трубки. Что нам здесь надо? Надо здесь трубка, где находится втулка. Вот отсюда мы будем поддевать вторую трубку и вытягивать ее наверх.